Набираем отбивом по 78 игл. Плотность 8. На счетчике 0. Щетки вивинга опущены. Провязываем 10 рядов прямо. Обеих сторон закрываем по одной петле. Вяжем далее следующие 10 рядов прямо. В 20 ряду закрываем по одной петле, в работе по 76. Вяжем прямо следующие 12 рядов. В втором ряду закрываем по одной петле, в работе по 75. В 44 ряду закрываем по одной петле, в работе по 74. Вяжем далее следующие 10 рядов прямо. В 54 ряду закрываем по одной петле, в работе по 73. Вяжем далее 11 рядов прямо. В 65 ряду закрываем по одной петле слева и справа. В работе по 72. Вяжем прямо до 85 ряда. В 85 ряду выполняем прибавки с обеих сторон работы по одной петле. В работе снова по 73. Вяжем следующие 17 рядов прямо. В втором ряду выполняем прибавки с обеих сторон работы в работе по 74 петли. Продолжаем работу. Следующие 7 рядов вяжем прямо. В 109 ряду выполняем прибавки с обеих сторон. В работе получаем по 75. Далее вяжем прямо 7 рядов. В 116 ряду выполняем прибавки в работе по 76. И вяжем прямо следующие 7 рядов. В 123 ряду выполняем прибавки слева и справа в работе по 77 петель. Следующие 6 рядов вяжем прямо. В 129 ряду выполняем прибавки слева и справа в работе по 78. И следующие 4 ряда вяжем прямо. В 133 ряду слева и справа выполняем по одной прибавке. В работе по 79 игл. Вяжем прямо 4 ряда. В 137 ряду после выполнения прибавок слева и справа в работе по 80 игл
Работу продолжаем, вяжем 3 ряда прямо. В 140 ряду выполняем прибавки слева. Что касается правой стороны, то с правой стороны набираем на все оставшиеся иглы игольницы до 100 иглы петли обвивом. Провязываем ряд справа налево. С левой стороны аналогично набираем петли. Правой стороны переводим иглы во внерабочее положение, оставив в работе 82 иглы. Начинаем провязывать ряд. Каретку переводим в положение частичного вязания. С левой стороны иглы переводим в переднее нерабочее положение, оставив в работе 82 иглы слева. Провязываем ряд. Слева направо выполняем обвив. Каретку возвращаем. С правой стороны одну иглу вводим в рабочее положение. Провязываем один ряд. Слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны вводим в рабочее положение 83 иглу. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны 84 иглу вводим в рабочее положение. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив. С левой стороны действие зеркально повторяем. Провязываем ряд справа налево, выполняем обвив. С правой стороны 85 иглу вводим в рабочее положение. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны 85 иглу вводим в рабочее положение. Провязываем ряд. Выполняем обвив. С правой стороны 86 иглу вводим в рабочее положение. Провязываем ряд, выполняем обвив. С левой стороны действие зеркально повторяем. Провязываем ряд. Справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны 151 ряд на счетчике, 87 игла в работе. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив с левой стороны. 87 игла в работе. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны в работе 89 игла. Провязываем ряд слева направо. На счетчике 154 ряд, с левой стороны также 89 игла в работе. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны в работе 91 игла. Провязываем ряд, выполняем обвив. Слева 91 игла в работе. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны в работе 94 игла. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив. Слева 94 игла в работе. Провязываем один ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны все иглы в рабочем положении. Провязываем ряд слева направо, опустив щетки вивинга. Отключаем частичное вязание и вяжем 39
рядов прямо. На счетчике 199 ряд и с правой стороны в работе оставляем минус 11 иглу. Остальные во внерабочем положении. Провязываем ряд, выполняем обвив. Возвращаем каретку. На счетчике 201 ряд и слева в работе 15 иглу. Провязываем ряд и выполняем обвив. Каретку возвращаем. 203 ряд и на счетчике слева 18 игла. Провязываем ряд и выполняем обвив. Каретку возвращаем. На счетчике 205 ряд и 21 игла слева от 0. Провязываем ряд, выполняем обвив. В 207 ряду с левой стороны в работе 24 игла. Провязываем ряд, выполняем обвив. Каретку возвращаем. На счетчике 209 ряд и 27 игла в работе с левой. Провязываем, обвиваем, возвращаем. 211 ряд на счетчике и с левой стороны 29 игла в работе. Обвиваем, возвращаем. На счетчике 213 ряд, слева в работе 100 игл, справа в работе 30 игла. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив и возвращаем каретку. 215 ряд на счетчике. Все так же 30 игла остается в работе. Провязываем ряд. С правой стороны закрываем при помощи декера одну петлю. На счетчике 216 ряд каретку возвращаем влево. Провязываем еще два ряда по краю горловины, установив небольшой груз. В 219 ряду с правой стороны для горловины при помощи декера закрываем одну петлю. Провязываем. Три ряда прямо. С левой стороны переводим в переднее нерабочее положение иглы. В работе оставляем 88 иглу. Провязываем ряд, выполняем обвив. Для горловины закрываем одну петлю. Каретку возвращаем. В 224 ряду слева в работе 76 игл. Как приятно работать с этой нежной пушистой нитью. 225 ряд на счетчике. Провязываем один ряд слева направо. Закрываем справа одну петлю. С левой стороны оставляем в работе 63-ю, провязываем ряд справа налево, выполняем обвив, каретку возвращаем. В 228-м ряду с левой стороны в работе оставляем 51-ю, провязываем ряд, выполняем обвив. Каретку возвращаем. 230 ряд на счетчике. Провязываем сглаживающий ряд справа налево. 5 петли переносим на бросовое полотно и аналогично выполняем вторую часть. С правой стороны на части игл выполните петли обвива. Введите в рабочее положение D иглы с сотой по 11. На счетчике снова устанавливаем 199 ряд. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. В 201 ряду 15 иглу оставляем в рабочем положении.
провязываем ряд и выполняем обвив. Кончик нити сразу срежем, чтобы его нечаянно не дернуть. Каретку возвращаем. В 203 ряду оставляем в работе 18 иглу. Провязываем ряд, выполняем обвив. Каретку возвращаем. В 205 ряду 21 провязываем ряд, выполняем обвив, каретку возвращаем. В 207 ряду 24 провязываем, обвиваем, возвращаем. В 209 27 провязываем, обвиваем, возвращаем. В 211 29 провязываем, обвиваем, возвращаем. В 213 ряду 30 провязываем, обвиваем, возвращаем. Провязываем один ряд при помощи трехугольного декера. Закрываем одну петлю для горловины. В 219 ряду для горловины закрываем одну петлю. В работе 32 слева. Провязываем 3 ряда. Навешиваем груз, чтобы избежать стянутости горловины. С правой стороны в работе оставляем 88 иглу. Провязываем ряд. Слева направо выполняем обвив. Для горловины закрываем одну петлю в работе 33. Каретку возвращаем. С правой стороны в работе 76. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. Возвращаем. С правой стороны оставьте в работе 63 иглу. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив, каретку возвращаем. С правой стороны оставьте в работе 51 иглу. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив, каретку возвращаем. В 230 ряду в работе оставьте 42 иглу. Провязываем ряд слева направо, выполняем обвив, каретку возвращаем. С правой стороны иглы вводим в рабочее положение. Провязываем сглаживающий ряд слева направо. Петли переводим на бросовую нить. Слева и справа поднимаем межузелковые петли. Последнюю краевую петлю плеча навешиваем на иглы машины. С правой стороны действия аналогично повторяем. Выполняем петли обвива на всех иглах. Отключаем рычаг частичного переплетения. Провязываем сглаживающий ряд. Справа налево. Первый начальный кончик нити подрезаем. Освобождаем рабочую нить. Переносим петли на бросовый платно. Готовую деталь сбрасываем с иглы машины и приступаем к выполнению детали спины.